Мы показываем вам упор модель E2M для фирмы Медлокот. Процесс укупорки с накопительного стола через поворотную звездочку и выгрузочный лоток. Аппарат сейчас настроен на 10-миллилитровый флакон. Показываю качество укупорки. Вальцуется ровненько, колпачок не мнется, не рвется. Производительность регулируемая, так же как и до модификации. Подавать флаконы на звездочку можно как с помощью стола, так и вручную в данный желобок. Сейчас покажем, как переналаживать данную модификацию на флакон 5 мл. Сначала откручиваем выгрузочный лоток и снимаем с поворотного стола. Меняем, соответственно, направляющие. И снимаем поворотную звездочку. Ставим проставку.
берем холостую прогнать. Бутылки и что ты будешь? Слепую. Управляющий регулируем. На 15 миллиметров пойдем. Включаем. Угу. Она пустая. Пусть наполнится, да? Ну, конечно. Ну, другую хотя бы должна толкать. Также демонстрирую качество купорки. Пачок не прокручивается. Также флакон можно устанавливать вручную, без стола. Пожалуйста. Спасибо.